температуры, я скажу. Есть. У нас, если бы митинг был часа 4, мы бы говорили, факты новые, да, кое-что упустили. Вот этот важный момент я сейчас скажу. Есть. Можно? Значит, уважаемые представители средств массовой информации, спасибо за то, что вы здесь у нас, на нашей площади, на нашем митинге. Вот подсказали мне мои товарищи, мои соратники по борьбе о том, что мы не сказали в ходе митинга о том, что 2 года назад по нашему региону была сейсморазведка. Тягачи тягали огромные плиты, трясли эти плиты и по отдаче земли определяли, что там находится. Сейчас уже на пороге наша так называемая власть пошла на то, что следующий этап – это разведка, она тоже называется сейсморазведка, но уже не теми плитами, что трясут на тягачах, а уже взрывами под землей, то есть гидроразрывы для добычи газа и взрывы для разведки – это все для нас страшная угроза. Наш Славянск на таком месте находится, на таких пустотах, что не дай бог это начать, пойдет цепная реакция, под нами гигантские пустоты под городами и районом. У нас закрытые месторождения ртутные, у нас закрытые, законсервированные еще с советских времен, урановые шахты. Это все здесь, в нашем регионе, где мы живем. Поэтому, если, не дай бог, здесь начать еще взрывные работы по разведке сланцевого газа, они и другие полезные ископаемые тоже разведают. По соглашению они имеют право вывести все, что найдут. Вот эти негодяи, пришедшие к нам как банды, вот это мы на митинге не сказали, я это прошу вас донести через средства массовой информации нашему украинскому народу. Спасибо вам. Вопрос еще такой. Да, пожалуйста. Скажите, звучали цифры, вот они на суде звучали и сегодня звучали, вот о 6 вышках Славянск с номером и Светогорск с номером. Да. Откуда эта информация? Значит, шеловцы, я был на слушании в городе Донецке, библиотека Крупской, собирали шеловцы. От Славянска я туда поехал лично. Там, на мое требование, покажите документ, покажите, кто ответственный за, не дай бог, если случится авария на вышке и пострадает экология. Такого нет. Нигде нет, они все. Перечень химикатов, которые будут туда закачивать, а потом поднимать и выливать, это коммерческая тайна. То есть все засекречено. Вышки, это мы случайно достали. Официально шеловцы, согласие наших правителей, я их властью не называю. Все это засекречено, все это в тайне, за спиной народа творя. Вот этот факт, это мы, мои помощники, молодые ребята, такие как вы, они знают, современные, они достали, или как сказать, выцарапали с других источников, в частности с интернета. Нам помогают экологи, не только наши украинские. У нас связь с экологами европейскими, с Соединенными Штатами. Информация у нас есть. А власти шеловцы и шевроновцы все прячут. Они боятся открытого диалога. Будучи в Донецке, я предложил. Давайте, вы во всех документах, вон они у меня есть, пишем. Мы будем проводить общественное слушание с громадой. Давайте, проведем. Но только не в закрытых залах, куда власть нагоняет подневольных людей. А вот тут на площади или на стадионе. Да в чистом поле мы выйдем вот с этой озвучкой. И давайте с вами, шеловцы, встретимся. Я им предлагал открытый эфир. Приходите вы все. Шеловцы, чиновники наши всех мастей. Все кто угодно. А я приду один. Я сам приду. И давайте попробуем подискутировать, что вы мне скажете простому гражданину. Я живу в селе, в Славянском районе. От моего дома до закрытой урановой шахты по прямой 5 километров. И до ртутных месторождений 7 километров. Я не хочу, чтобы моя вода была отравлена. Я хочу, чтобы моя семья, мои соседи, мои односельчане жили на этой цветущей земле, дышали чистым воздухом и пили прекрасную чистую воду. Вот поэтому мы боремся с этими негодяями. И к нам все больше и больше присоединяется простых людей, а вместе мы этих негодяев победим. Спасибо.